Всем привет! Это видео о пацанках третьего сезона, о том, где они живут и что происходит в их жизни. Аня Горохова живет в Москве, в одной квартире с Аней Костиной и Зариной. Девочки подружились с Катей Шаманкой и с Марией Кузнецовой. Еще Аня Горохова помирилась с Ксенией Милос, так как вне проекта делить им стало нечего. Зарина ищет работу и хочет поступать в институт. Она мечтает быть учительницей, но пока у нее нету должного образования, хочет заниматься организацией праздников. Пацанки третьего сезона устраивают фан-встречи. Ксения Милос устроила вечеринку, о которой я рассказала в предыдущем видео, где Анна Субботина устроила фан-встречу, на которой она отвечала на вопросы и фотографировалась со своими фанатами. На фан-встрече в основном были девочки-девушки от 14 до 20 лет. Диане надарили много подарков, в том числе живого котенка. Диана назвала котенка «Картошка». Пацанки третьего сезона готовятся к туру по стране. Анжела заболела, у нее гайморит. Анжела, это опасная болезнь, давай лечись, здоровья тебе. Анна Михеева завела питомца, таракана, но он оказался больным, поэтому на следующий день она вернула его в магазин. Саша Настя сделала татуировку, сердечко, говорит, что не бухает, хочется в это верить. Вот такие новости на данный момент, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.